небольшой обзор на уходовую косметику для лица. Вы давно просили, это вот что у меня осталось, не докупая 4 месяца. И мои любимые, что у меня в косметичке сейчас я нашла. Это 3 средства для лица от солнца, 50 и 30. Патчи, масочки, 2 умывалки мои любимые. Бальзамчик для губ офигенный, скраб для губ купила на пробу. Крем пользуюсь уже не один год, покупала в Таиланде с улиткой. Маска для лица, Duty Free взяла 3 месяца назад. Вот эти 3 средства, это по уходу за кожей вокруг глаз для увлажнения. И вот эти 2 кремика мне подарили в косметологии неделю назад от прыщей. Буду пробовать. На интересный профиль мотивирующей девушки. Кристина нереально крутая, в 23 года она создала приют помощи домашним животным, вышла замуж за миллиардера и создала свой бизнес. И куча девушек после ее вебинаров стали получать подарки и завалены цветами. Подпишись на нее прямо сейчас и отправь плюсик в директ, и тебе придет приглашение в ее тайный клуб, в котором ты узнаешь, как повысить уровень поклонников, а также 12 бесплатных видео-девишников на женские темы. Помните, пару месяцев назад на карантине я выкладывала колесо баланса, и сейчас Сережа тоже решил его сделать, потому что он с головой погряз в работу, и он сейчас даже опять залипает в телефоне. Ты опять говоришь, что все у тебя списано? Конечно, тоже решила сегодня его сделать, посмотреть, где, в каких сферах, что проседает, что подтянуть, что лучше, что хуже стало. Это очень полезная штука, я поделюсь с вами. И скажите, кто-то когда-либо вообще его делал, практиковал? Боже, что за лейли, покажи мне свое тело. Буду нежен, baby, ты коризи, хватит быть актрисой. It from my ends, I had to bust up the silence. You know you gotta stick by me. Soon as you see the text, reply me. I don't wanna spend time fighting. We. Ради сторис Аня готова просто сесть на шпагат. Только что она делала хуже. Кошка, молодец. Мы решили первый раз пойти, точнее я решила первый раз за 8 дней, как мы приехали, пойти на пляж и посмотреть, открыты ли пляжи. Нет, я тут не видела столько байков, мне кажется, никогда в жизни вообще. И говорят, народ в Бали уехал. I want you to myself, but I know you just left someone else, I know you did, he did a number on you. Кажется, что сегодня первый день открыли пляжи. Посмотрите, сколько людей. Да как? Что это, Даша? Кайф. Снова на пляже. Конечно, прикол. Когда здесь был сезон, когда тут было не протолкнуться, не было столько людей на пляже. Откуда они все вообще вышли? Я думаю, что спрос накопился за все это время, и сегодня первый день, и все просто сюда прогнули. А может, тусовка еще вот эта, которая мы с тобой не пошли? В
вообще встречаю я Катю на пляже, давай расскажи, она моя подписчица. Да, я сегодня просто утром просыпаюсь, и мне приснился сон, что я с Аней встретилась. Не знаю где, не знаю как, я правда знала, что она здесь. Я просто сижу с парнем на пляже, говорю, кажется, это Аня и Даша. Вот это мы. Смотри, смотри, смотри. Кто на Бали, кто меня увидит, обязательно подходите, потому что очень много людей узнают и стесняются. А я вас обнимаю. Все думают, что я хапсная. Нет, она не такая. Надо посмотреть на ее подругу. Какую? Какую-нибудь любую. Собака! Счастлив! Ты счастлив? Ты счастлив? Купаться! Купаться! Море! Море бегать! Я быстрее! Никаких больше вечеринок. Суббота. Суббота и? Кто говорил? Аперо. Ты говорил. Никаких больше вечеринок. Че вы тут устроили? Пиццерию. Пиццерия и кальянная. 20 человек, одна пицца. А вы что там? Сидите. Ой, пирожка. Я не знаю, Настя где-то нашла. Время почти 11 вечера, а эти люди до сих пор работают. Алекс, хватит. На русский язык курсе находится? Узи вообще. Камиля, бармен сегодня наш. Давай, держу. Наливай. Денис, мы тут твою дочь научили апероль наливать. Выяснили, у нас в доме этот человек. Они постоянно жалуются. Да. Я пошла в мисосуп греть. Да, в микроволновку. Потому что мы тут все худеем. И как бы... Открываешь ты микроволновку, и что там? Что хранит там Феликс? Он думал, что мы не воспользуемся никогда. Вы худеете, а я нет, я... Я толстее. Это нормально, ты считаешь вообще? Конечно. Это законно? Феликс, Феликс, как ты мог? А? Да, да. Даш. Мне кажется, это странный ход.